Я попробую пробраться. Ладно, только ступай потише. Да что с тобой такое? Мейсон, тебе надо собраться. Ответь. Слушаю, Мейсон. Весь мертв. Тут кишмя кишат вьетконговцы. Лима 9 прочесывает местность. Никаких следов Кравченко. Вот, как слышишь меня? Черт. Где же твой друг Свифт? Мертв. Не время скорбеть, Мейсон. Здесь явно поработали советские специалисты. Мы на верном пути. Вот! Помоги сдвинуть! Осторожно, Мейсон. Слышу противника. Твоя очередь, друг. Я за тобой. Совсем близко, Мейсон. Куда идти, Резнов? Доверься инстинктам, Мейсон. Тут никого нет. Кравченко ждал нашего появления. И спешно покинул это место. 4 февраля 1968 года. Стабилизирующие средства, полученные доктором командой, нам могут значительного успеха. Проведенные недавно полевые испытания на местном населении показали, что данные разновидности. Черт! Пошли! Кравченко там все доминировал. Экс-рей, как слышите меня? Черт! Быстрее, Мейсон! Не хочу, чтобы эта крысиная гора стала моей могилой! Мейсон, да что там произошло? Мы наблюдаем огонь в тоннелях! Где вы сейчас? Мы будем кружить над местностью! Сядем, когда увидим вас! Резнов сказал, они убили столько людей, что не сосчитать. Слушай меня внимательно, Мейсон. Резнову нельзя. Что бы он тебе ни говорил. Но он дал нам досье на Кларка. Он привел нас к Нове 6. Резнов не тот, кем кажется. Нет, нет. Он мой друг. Он помог мне бежать. Преданные, забытые, брошенные. Все братья. Забудь о Резнове.
Ну же, Мейсон, у нас нет времени. Мир на пороге войны. Войны с кем? Кто ты такой вообще? Я все слышу. Эти долбанные цифры. Это сигнал, Мейсон. Числа — это сигнал. Тебе промыли мозги. Ты был в Миколке. Шел на север к комплексу Кравченко. Ты направлялся в Лаос. Лаос. Кравченко. Чертов псих распылял газ по всему Вьетнаму. Я убил его, ты понимаешь? Должен убить всех! Лаос, Мейсон! Ты шел по реке Миконг в Лаос! Джейсон Хадсон прислал тебе сообщение! Куратор! Что он сказал? Хадсон! ЦРУ сбило советский самолет с новой 6 на борту. Он упал в Лаосе. Наш спецназ искал его. И что дальше? Опять слышу чертовы цифры! Мейсон, передача, Мейсон! Передача! Главное добраться до Новой 6, пока коммуняки не скрыли следы. Точно, пошли. Yeah.
Этот парень погиб. Клянусь богом, Вудс плакал. Но виду не показывал. Они не хотят оставлять улики. Грузом там было на 6, не иначе.
Кравченко не пошел бы на такое из-за ерунды. Спокойно, даже придется лезть на крыло. Я уравновешу с этой стороны. Оружие. Нова 6. Разлилось после потери. Гранатомет, Чайнал Эйк. Откуда у русских наше оружие? У них должен быть план. Навещай с конец. Но смотри, карта местности. Похоже на базу Кравченко. В глубине хаоса. Кравченко? Он умрет. Все, мой сын. Идем. Смотри. Боуман, бери снайперку. Мейсон, Чайна Лейк. Сотрите этих ублюдков с лица земли. Принято. Ждали, Мейс. Придется наверстывать. Ты попал в руки Драговича во второй раз. Отряд пропал без вести в Лаосе. Считай убит. Куратор Хадсон был вынужден продолжить поиски Нова 6 без тебя. Он отправился к Ямантау, колыбели судного дня. Именно. Доктор Кларк сообщил координаты центра операций прямо перед смертью. И там Хадсон встретил Фридриха Штайнера, нацистского ученого, создавшего первую партию Нову 6 для Драговича. Там Хадсон и узнал про цифры. Тайный код. Я был там, Мейсон. Я был на базе Ямантау. Боже мой. Цифры существуют. Конечно, существуют, Мейсон. Это не игра. Нас уничтожат, если ты не поможешь. Где станция связи? Thank you.
Кэт, это Бегай-6, разрешите взлет. Бегай-6, занимайте четвертую полосу. Кэт, подтвердите заправку у KC-135 в секторе Браво-6-9. Принято, Бегай-6. Заправщик встретит вас в секторе. Бегай-6, взлет разрешаю. Принято, Кэт, выполняю. Начинаю разгон. Понял вас, Бегай. Отрыв подтверждаю. Подъем, отрыв. Индикатор цели, чтобы найти Кила 1 на радаре. Есть! Вижу их! Кило 1, это Бегай-6. Вижу вас на радаре. Понял вас, Бегай-6. У нас видимость 0. Наводите на ретранслятор. Кило, смещайтесь на восток. Вас понял. Техника противника на дороге. Прием. Убрать группу с дороги. К северу от вас есть строение. Спрячьтесь в нем. Они проезжают мимо дома. Так, стоп. Противник остановился у дома. Пехота противника. Уничтожьте ее! Позицию. Принято, кило 1. Вас не видно. Уже. Кило 1. Все чисто. Мы над казармой. Внутри несколько целей. Кило 1. Войти и зачистить. Понял вас, Бегай. Thank you.
Внутренняя связь выведена из строя. База накрыта. Идем к следующей цели. Принято, Гило-1. Гило, следуйте на север. Принято. Выходим. Вас понял. Гило-1 на подходе к пехоте противника. 6 человек минимум. Слишком много. Укрытие и не высовывай. Джейсон Хадсон возглавлял атаку на Ямантау. Да. 20 градусов ниже нуля. Чертов ублюдок в своей среде. Вот и они. Всем лежать. Ждем. Ждем. Все, на подходе новый противник. Сторожку, быстро! Стоп! Лежать! Чисто. Бегай. Это Кило-1. Вы нас видите? Видим, Кило-1. Видимость улучшилась. Начинаем операцию. Выходим к подстанции. Поиск. 4 бойца входят в постройку. Прием. Принято, бегай. Мы входим. Силовые реле под нами. 4 цели. Пошли. Готов, жду только тебя. Бегай, это Кило-1. Мы взяли подстанцию. Вас понял. Веду перенастройку. Порядок. Вижу секцию связи. Переходите к следующей цели. Основная часть комплекса находится внизу хребта. Если данные об использовании Новой 6 в качестве оружия есть, то они там. Как только мы отключим связь, они поймут, что дело пахнет керосином. Придется двигаться быстро, пока они не уничтожили данные. Кило-1, подходим к цели. Принято, бегай. Мы входим.
Кило-1, множественные цели на подходе к станции. Принято, бегай. Гадсон, нужно провернуть все по-тихому. Используй арбалет. Если нас засекут, переключайся на разрывные. Один в патруле у сарая, двое под ним. Две цели у грузовика справа. Еще один у опоры. Так, пошли. Включим связь, они поймут, что дело пахнет керосином. Подходим к цели. Принято, бегай. Мы входим. Кило-1, множественные цели на подходе к станции. Принято, бегай. Гадсон, нужно провернуть все по-тихому. Используй арбалет. Если нас засекут, переключайся на разрывные. Один в патруле у сарая, двое под ним. Две цели у грузовика справа. Они пробили тревогу! Открыть огонь!